День Святого Патрика, дубль 4. То есть сцена 4. Бред продолжается. Как? Я знаю. Ты знаешь, я не... Как он кверху? Давай попробуем честно. Это реально любопытно. Не очень. У Кирзана есть опыт, у меня, надеюсь, подгинет. Но там это все-таки вело. Ладно, давайте хотя бы 3 очка мне соберем. Я думаю, вы нас хотя бы 3 очка такие. Новую бумажку. Перевернись, не стопит. Там уже он списывает. Не. Ну, я могу тут нарисовать. Нет, ну подожди, тут некоторые риски, они не да. Серьезные недавно? Ненужные. Ёп, не. Давай, я тут нарисую, мне хватит. Стой. Сижу. Так. Если пытался рисовать цыпленка. Стойте. Ну, что значит? Может, у тебя есть планшет, а стоп. Не надо мои стихи, больше не надо. Это были стихи. Ты что, угадал? Я прям сейчас от тебя могу найти. Я понимаю, что у тебя много валют. Солнышко. Марина. Сашка. Марина. Поехали. Свитус, застань на следующую партию. Она достала. Петух. Твердый знак. Выпь. Нет. Выпь. Да, ты же не за них, а? Слой. Хотя мне тоже любопытно, да. Птица поющая. Птица говорун. Отличается умом и сообразительности. Робь. Попугай? Ара. Перья, голос. Грач. Павлин. Какие успевчики-то были забыли? Ноты... Скворец? А, нет. Скворец был... Нет. Соловей, да. Соловей-разбойник? Угу. Поющие в темнонике. Птица певчая. Стоп! Дембеля. Что это было? Соловьиная трель. Это хрен нарисую. Что-то другое. Соловьиная хрель. Я не в ту сторону угадаю. Я такая тоже думаю, твердый. Кажется, человек стал не в ту сторону. Нет, женский. Но я пошел курить. Ворон, для которой